Всем привет, с вами канал Art Mania. И сегодня у нас видеообзор на вот такой вот набор кастрюлек Тайлер Брик. Здесь у нас 6 предметов, и купила я его в видео за 5000 рублей. А без скидки он стоил 6000 рублей. Покупала в черную пятницу. И давайте его посмотрим. Давайте его откроем, и потом я вам в конце покажу его поближе. Коробочка так выглядит. Ух ты. Тут прям сюрприз вылетает. Какой там. Так, здесь у нас сразу лежит. Он упакован, кстати, немножко по-другому. Мне казалось, что все будет как-то попроще. Здесь у нас большая крышечка. Хорошая такая, добротная крышечка. А в магазине я его тоже осмотрела, с ним все в порядке. Она полностью круглая, то есть тут нету никаких еще для слива, как бывает обычно. Опа. Да, вот так, кстати, у нас тут выглядит красивая коробочка. Тут все прям так это... Нарисовано много всего. А, ну это вот Тайлер. Ихняя вся продукция. Так, кастрюлька. А, кастрюлька у меня глянцевая внутри. Сейчас я тоже расскажу, почему именно глянцевая. Смотрите, какая она красивая. Здесь также есть шкала... Не помню, короче, как это называется. Гладенькая, хорошенькая. Здесь с этой стороны матовая. Так, здесь у нас написано Тайлер. И для чего она подходит? Конвенция, газ, посудомоечная машина даже. Здесь вот эта вот штучка есть. То, что двойное дно означает. Здесь даже бирочка есть. Что там написано, что-то. Лондон. А, кстати, у нее вот ручки. Ручки припаянные. Я решила взять все-таки с припаянными ручками. Не знаю, очень много прошла магазинов на самом деле. Везде говорили разное. Где-то говорили, это плохо считается, отвалится. В другом месте женщина сказала, говорит, ну у вас же не 50 литров кастрюли, где там реально надо, ну, где реально тяжелая. Говорит, у вас маленькая кастрюлька, с этим ничего страшного не будет. А внутренние мне не нравятся, потому что там болты, и вокруг этих болтов надо тоже промывать. Что же она там останется, будет грязь какая-то, будет гнить, будет, ну, неприятно, короче. Так, еще одна маленькая крышечка. Тоже все в порядке. Ну, единственное, мне не понравился этот вот шов, но они должны же были как-то ее закрепить. Без шва она не может быть. Ручка металлическая. Здесь, кстати, а здесь даже не болт, а гайка как-то даже одета. То есть здесь отверткой не прикрутишь. Может, даже это и лучше. Не знаю. Надо посмотреть, как у моих других кастрюлек. Так, тут тоже. Тоже она глянцевая. Ручки. Все ручки запрятаны. Что-то она такая низенькая. А у меня, значит, получается где-то кастрюлька вот 3,2. Я искала 1,5-литровую и 3-литровую. Здесь 3,2, ну как раз получается где-то 3 литра. 2,5 даже. Та поменьше. Так, здесь вот какая-то рекомендация по уходу эксплуатации посуды. Нержавеющей стали. Да, кстати, сталь у меня нержавеющая. Здесь вот еще одна.
крышечка. Так, ну и кастрюля у нас самая большая осталась. Она такая прям широкая. Ну и вот смотрите, получается у нас такой красивый набор кастрюлек, три кастрюльки. Нужны были мне изначально, как я говорила, вот эти вот две. Ну как бы пускай будет и большая иногда нужна, чтобы что-то большое сварить, какой-нибудь язык, например, сварить. Вот, ну в любом случае пускай она будет, она понадобится. Как я уже говорила, здесь ручки довольно хорошие. И сейчас я вам расскажу, почему же я взяла, чтобы была внутри глянцевая. Ну вот, снаружи матовая, а внутри глянцевая. Как выяснилось, такую кастрюльку найти очень сложно. Есть, то есть внутри глянцевая, снаружи глянцевая. И дешево стоит, а мне нужна была качественная, дорогая. Либо с этой стороны матовая и внутри матовая. И, ну, стоило подороже. А вот чтобы вот именно вот была такая вот, как вот эта, таких нету. Это единственная, кстати, которая есть. Но есть еще, правда, российские. Их говорят в некоторых местах, якобы это Турция. Вот, на самом деле это Россия. У них как раз-таки вот эти вот ручки. Тут, вы смотрите, они довольно плотные, хорошие. То там они очень тоненькие. И, ну, блин, не знаю. Реально кажется, что она сейчас сломается. Я не стала брать. Думаю, я лучше возьму, переплачу деньги и куплю качественные. Так, сейчас я расскажу, почему я взяла внутри глянцевое. Вот этот вот ковшик, он внутри матовый. Да, видите, то, что он грязный. Чуть-чуть что-нибудь там сварил, он все сразу становится грязный. А обычной губкой его не помоешь. Надо уже металлической щеточкой его чистить. Я не знала на тот момент, просто вот купила подороже, покачественнее. Ну, блин, вот он какой стал. Поэтому я искала внутри глянцевый. Так, это у нас с вами первое. Второе. Предыдущая кастрюлька, у меня тоже Таллер, вот они. Внутри они глянцевые, не настолько, как те. Я не помню, когда мне их свекровь дарила, какими они были, я уже забыла. Ну, видно, что они тоже, в принципе, глянцевые, только уже такие царапанные. Они здесь вот с такими силиконовыми штучками, которые уже с годами потемнели, возле которых собралась уже грязь. То есть это некрасиво сейчас уже смотрится. И, блин, я не знаю, снять их просто, если... Я не знаю, что находится под ними, потому что многие кастрюльки, пока я искала, под ними находится тоненькая, то есть вот этот же материал, только потоньше. То есть его снимаешь, и будет как кастрюлька какая-то оторванная. Никогда не покупайте силиконовыми штучками, от них все равно толку никакого нету. Она такая же продолжает быть горячая. Здесь она тоже с двойным дном, непонятно каким. Вот. Ну и она, как вы видите, она моется довольно хорошо, она все равно, в принципе, осталась чистенькой. Ну, с этой стороны она, правда, глянцевая у меня. Ну, тоже моется хорошо. И... Да, и у нее, кстати, крышка. Вот она, крышка, тоже так же здесь. Силиконовая эта штучка. Еще где-то вдобавок с этой стороны. Перед тем, как снять этот ролик, я еще подумала, может, она снимается, а то мне напишут, скажут, она снимается. Сними, помой, да одень и все. Нет, она, оказывается, не снимается. Она туда приклеена. Даже вот у меня ноготь сразу зацепил грязь. И она вот тут собирается, соответственно, грязь. С этой стороны собирается грязь. Ну, вы не будете же каждый раз крышку чистить зубочисткой там или щеткой досконально, чтобы было все чисто. Не каждый это будет делать. Я не делаю, например. Вот. То есть, блин, мне это не понравилось. Поэтому я решила купить уже нормальный набор, чтобы было у меня все хорошо. Так, и также у меня
Также у меня вот есть кастрюлька, это другая немножко, подороже. Она тоже, посмотрите, глянцевая, практически как та. Вот, тоже не помню, какая она была, но у нее ручки, вот они, самые обыкновенные, хорошие, такие добротные, припаянные. То есть вот, ну, здесь она матовая. Но она отмывается, все хорошо, особо на нее не прилипает. Эта кастрюлька, конечно, гораздо дороже. Я хотела докупить набор именно вот этого бренда. Название его, наверное, сейчас у вас появится на экране, потому что я уже точно не помню. Там несколько слов по-английски. Но мне очень-очень понравился. На самом деле уже из продажи вышел. Вышли именно вот эти вот кастрюльки. Уже там делают какие-то другие, но они мне не понравились. Вот, по крайней мере, вот она, эта кастрюлька на 3 литра. Три, что ли, у нас? По-моему, 3 литра. Но она очень удобная, она мне очень-очень нравится. Она классная, реально. Пока я столько кастрюлек осматривала, я находила кастрюльку где-то вот такую вот маленькую, то есть 3 литра. И она была узенькая такая и высокая. Блин, вот реально она мне понравилась. Я представила, как можно в холодильник, допустим, где мало места, да, на первой полке поставить ее и еще, допустим, одну какую-нибудь большую кастрюлю. Это будет очень удобно. Вот. Но у нее были ручки очень тоненькие. И, конечно, я подумала, не буду брать. Там еще же, и мы пришли с ребенком выбирать. Ребенка у меня в коляске сидит. И женщина говорит, что вы вроде смотрите эти кастрюли? Что, вам готовить не в чем, что ли? Я стою, думаю, какое твое дело? Зачем я смотрю кастрюльки? Думаю, вообще, так, продавцы такие бывают странные. В другом магазине пришла, мне говорит, вот, у нас вот приходят сначала заранее, читают отзывы о кастрюлях, а потом только покупают. И ну, у меня прям есть время, думаю, с ребенком целый день сидишь, есть время прям читать отзывы. Еще и о кастрюлях, думаю. Кастрюля это не техника, ладно, техника, а кастрюля. Вот. Сколько у нас? 15 минут уже. Вот, в принципе, все. Вот он обзор, я вам рассказала, почему я купила именно этот. Напишите в комментариях, внутри у кого матовая, хорошо ли она моется у вас. Может быть, просто у меня ковшик такой достался. Вот. Но он тоже недешево стоил, как бы нормальная цена была. Или, может быть, просто матовые, есть разные поверхности. Я уже ходила каждую, трогала, ну, не знаю. Вот, я искала глянцевую. Я надеюсь, что мой обзор вам, отзыв и обзор вам пригодятся. Напишите в комментариях, пригодится вам или нет, или пригодился или нет. Мне будет приятно. Также подписывайтесь, ставьте лайки. И всем пока-пока. С вами был канал Артмания. И смотрите другие ролики, наши влоги обязательно смотрите. И обзор, и как я буду еще готовить во влогах в этих кастрюльках, обязательно смотрите. И всем пока-пока.